Привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Cherry Tiggo 8. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую обработанную заднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность. Наносим данный компонент с поляризатором. Толщина его достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Ждем, пока подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колесо. Ну а пока ждем, мы общаемся с владельцем данного автомобиля. Предложили ему проклеить штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Толщина его 7 мм. Называется он блокшот. Владелец согласился. Пока сохнет полимер, мы работаем с подкрылками. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!